Добрый день, Дмитрий. Я решил откликнуться на вашу просьбу по созданию видеоотзыва по вам. Честно говоря, это мой первый отзыв вообще в целом, точнее не первый отзыв, а первая видеосъемка. Я очень далек от селфи и так далее, вот, поэтому за качество прошу простить. Что я вам хочу сказать? Я не являюсь вашим клиентом, но в силу ряда обстоятельств знаю, что такое кредиты, знаю, что такое ипотечный кредит, знаю, что такое банки, знаю, что такое взаимоотношения с ними. До сегодняшнего вопроса я все решал сам, и в принципе в ваших услугах я не нуждаюсь, но мне очень близка эта тема, поэтому я вам решил сказать пару слов. Моя позиция в отношении оплаты кредитов, она простая. Деньги нужно отдавать. Но, к сожалению, банки настолько жадные, настолько алчные и корыстные, что в погоне за прибылью они совершенно ничего не замечают. И в этом основная проблема. Я считаю, что вы несете очень большой вклад в то, чтобы люди не были в кредитном рабстве, потому что, к сожалению, банки пользуются тем, что человек не знает законов, да, а что человек никогда не читал Гражданский кодекс, закон о защите прав потребителей и прочие нормативные документы, и не может вообще никак противостоять этой системе капиталистической. Что касается вас, слушаю ваши ролики постоянно. Что мне в них нравится? То, что вы, конечно же, профессионал. Вы профессионально ведете диалоги с ними. Мне очень нравится ваша методика работы с их возражениями. Я, в принципе, некоторые вещи перенял в коммерческую практику. И это интересно. И, честно говоря, по сравнению с остальными, представителями вот вашей профессии, да, которые тоже выкладывают ролики, в ваших роликах, помимо того, что есть советы дельные, это реально дельные советы, которые работают, это я могу подтвердить как совершенно независимый человек. Все, что вот вы говорите, это действительно правда, и так оно и есть. А помимо этого всего есть, знаете, очень такой момент, которого многим не хватает, это некая человечность, некая душевная такая теплота, которую многие не замечают и гонятся только за прибылью, за деньгами. Поэтому я вам желаю, продолжайте в том же духе. Очень интересны ваши ролики. Вот. А людям, которые попали в такую ситуацию, я желаю как можно скорее выйти из нее и работать с профессионалами. Всего хорошего.